Torno for the watch, Prezi plain Jane. Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes link a feeder village in Liberia. TMZ taking pictures, causing my hysteria. Mama see me on BT and start tearing. Чуваки, вы видите вот эту вот цифру? Давайте так, если до лета вы набираете именно вот эту цифру на моем канале, то я выпускаю супер-мега-розыгрыш на PlayStation 4, на FIFA 21 и на 5000 рублей. Будет 3 победителя, и вы можете ими стать. Давайте так, 1000 подписчиков до 1 июня, и я этот конкурс провожу у себя на канале. Максимально честно, максимально без кликбейта, максимально круто. У меня есть PlayStation 4, у меня есть средства, у меня есть все, поэтому я вправе проводить такие конкурсы. С вас только подписка на канал, максимально много подписки добейте, 1000 подписчиков до начала лета, конкурс будет сделан. Не будет 1000, не будет конкурса. Начинаем смотреть ролик. Первый удар. Стой, подожди, пожалуйста, не выключай видос. Если ты хочешь помочь этому каналу в развитии, пожалуйста, нажми на красную кнопочку, которая тебе сейчас горит красный, и чтобы она стала серой. Так ты поможешь этому каналу в развитии, и долой красные кнопки. Долой красные кнопки. Нахуй я сломал карандаш, блядь, долбою. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions. Никогда не получится. Don't waste my time then. I just been living online. My city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations. I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again. I've been eating sugar. Понимаете, ворота маленькие, там шансов меньше становится. Хотя бы просто гол, хотя бы просто гол. Счет пока что 3-0. Я выиграю уверенно, потому что он... Я забил ему очков. Единственный гол. Он может повлиять на историю, на судьбу. Ни разу еще в Лиге Пенальти Челленджер не проиграл. Именно на этом моменте я получил растяжение мышцы. Это самый неприятный вид боли, и, наверное, лучше бы все-таки я сломал бы ногу, чем получил бы это долбанное растяжение. Объясняю, как это было с моего ракурса, потому что камера не передала, к сожалению, звук этого сейва. Я хотел дотянуться мячом до мяча ногой, именно основной, которую вытянул, и в итоге у меня произошел хруст в паховой мышце рядом с пахами, короче. В итоге этот хруст мне показался сначала фигня, а потом, когда уже начал бегать и так далее, какой-то дискомфорт произошел. Да, это, кстати, небольшой дисклеймер, потому что нужно перед началом, как вы играете в какую-то футбольную или там спортивную игру, нужно разминаться обязательно, ведь без разминки вы можете спокойно порвать мышцу, либо даже еще хуже, сломать ногу или там еще что-то. Наглядный пример вам налицо. У меня впервые такое, у меня такая впервые такая серьезная более-менее травма. Объясняю, как происходит растяжение мышцы. Сначала вы не чувствуете толком ничего, происходит хруст в ноге и какая-то фигня, фигня. И потом вы просто сможете медленно ходить, и вам ничего мешать не будет. Как пытаетесь увеличивать темп, там, бежать или еще что-то делать, это прям реально дискомфорт, это очень мешает, и нога как будто сама уходит влево. В итоге я не могу пока что на данный момент записывать видосы и играть в футбол минимум дней 5-7, пока мне будет заживать мышца или растяжение у меня идет небольшое. Так что, ребята, будьте внимательнее, будьте аккуратнее, разминайтесь перед игрой любой, спортивной, неспортивной. Лучше лишний раз размяться 15 минут, чем потом мучиться, как я. Мазь, и она, надеюсь, мне поможет. Ну и можем продолжать, в принципе, Лигу Пенальти Челлендж. Поехали.